Друзі, ми дякуємо Володимиру. До зустрічі за півгодини. Чекаємо з найактуальнішими новинами життя Одеси та Одеської області. Ну і наразі нагадаю, що ви дивитеся інформаційно-розважальне шоу «Ранок Одеса». І ми з Тетяною Сильвестровою будемо продовжувати працювати для вас. О, давайте. А хоча я б краще б сходила на море. На море? Угу. Вже? Вже б пішла на море. О 8? Ну, щоб таке не палюче, пекуче сонце було. Я ж не купаюся, чи ж мені йти на море? Так, я пам'ятаю, +25. +25 сонце, і усі тобі аплодують. Так, оце мій такий, так я мрію. До речі, Настю, чи зробила ти селфі з одеським мрійником? Ти десь там гуляла, я знаю. Я гуляла, і, чесно кажучи, навіть його не побачила. Ось так, лежить людина, зробили для людей, а її навіть ніхто не бачить. Зато я бачила уліток і красиве серце на пирсі. О, я не бачила, де він, де воно то серце. О, скажи тобі отак. Навіть... Десь гуляти треба так, фонтанськими. Десь 13-та станція. 13-та станція. Друзі, у кого ще немає селфі з серцем, чи може люди без серця, сходіть, будь ласка, зробіть фото. Ну, треба на море йти, але для цього треба щось вивчити, мені здається. Так, мені якось здається. Так незвично піти на море, не просто. А я гадаю, що у цьому нам допоможе Ганна Тарзівець. Бо саме зараз настав час для рубрики «Слово дня». Давайте почуємо, що нам скаже Ганна. Дорогі друзі, вітаю вас. Рубрика про мови. Сьогодні ми продовжуємо вивчати словосполучення трьома мовами – болгарською, молдавською, також гагаузькою. Зараз ви можете подзвонити своїм друзям, які є болгарами, молдаванами або гагаузами, і сказати на тих мовах «іду на море». Хай вони вам трохи позаздрять. А зараз давайте вивчимо, як буде «іду на море» болгарською, гагаузькою, також молдавською мовами. Починаємо з болгарської. «Іду на море» болгарською мовою виглядає ось так. «Утівам на море». Гагаузькою мовою «гедерім динінзя». «Динінзя» – це море. Гагаузькою мовою я повторюю вам. Це я кожного разу кажу, що треба гагаузьку мову вимовляти повільно. Гідерім гінінзя. І молдавська мова плек ламаре. Мені дуже подобається це словосполучення плек ламаре. Дуже легко це запам'ятати. Друзі, я вам бажаю не тільки казати «йду на море», а робити це. Просто зараз ось так от зранку треба йти на море, заряджатися позитивом і робити гарні справи. Я вам кажу до побачення, ми ще з вами побачимось. Залишайтеся з нами кожного ранку, дивіться програму «Одеса ранок» і отримайте дуже корисну та позитивну інформацію. До побачення, друзі! Друзі, ми будемо продовжувати свою роботу у прямому ефірі. Зараз мова піде про конкурсний соціальний проєкт «Дворики Одеси». У нас у гостях Анатолій Кавун, засновник платформи «Добра справа» та, власне, ініціатор цього заходу. Анатолій, рада вас бачити в нашій студії. Доброе утро. Скажіть, цьому проєкту вже 4 роки, якщо я не помиляюся, так? Примірно, так. Да. Так, це правда, що у цьому році взагалі конкурс був на межі закриття? Знаете, каждый раз, когда нужно найти финансирование, и если у тебя это не получается сразу, а происходит спустя какое-то время, то ты начинаешь подумать о том, что получится, не получится. Но в нашем случае у нас нет права, в принципе, чтобы не получилось, поэтому мы используем любые механизмы, и в этом случае просто был принят, наверное, тот механизм, с которого должно было все начинаться. То есть мы решили, в конце концов, утвердиться в том, что этот конкурс для Одессы, он изначально априори должен быть как бы постоянным в Одессе. И единственное, кто может его финансировать постоянно, по идее, это город. Поэтому обратились в городские службы для того, чтобы он стал уже все-таки в какой-то степени какой-то определенной традиции городской. Будем надеяться, что и в этом году, а как я понял, уже запущен механизм все-таки поиска финансирования, что после этого года это будет как бы однозначно каждый год. Добрая традиция. Да, да, и у нас уже больше не будет вопросов с тем, где искать деньги, а будет больше вопросов с тем, каким образом помогать людям начинать этот конкурс у себя, подсказывать что-то, ну и делать то, ради чего это
этот конкурс начинался не ради того, чтобы просто найти деньги и кому-то их раздать, а ради того, чтобы были участники, были победители, и они как бы меняли дворы и менялись сами благодаря этому. Так давайте нагадаем нашим телеглядачам, у чём сенс проекта. А, знаете, есть такое понятие, как соревнование. Да? По сути, когда человек хочет поучаствовать в каких-либо соревнованиях, он в какой-то степени к ним готовится и что-то меняет в себе или вокруг себя. Вот этот проект иногда воспринимали как фактически. То есть вот мы сейчас что-то давно делали, неважно, мы делали или до них кто-то делал, принесли фотографии дворика и вдруг должны победить. Мы изначально отвергли ситуацию статическую. Мы сказали, это либо конкурсный проект, либо тогда не надо. Суть конкурсного проекта в том, что вот в этом году что-то должно быть сделано. И мы оцениваем только то, что сделано в этом этапе. Таким образом, мы в какой-то степени, ну, поощряем людей как-то менять жизнь вокруг себя прямо сейчас, а не гордиться тем, что было сделано 5 или 10 лет назад. Это пример как бы для их детей, это пример для окружающих. У нас был пример, когда одна бабушка, по сути, на самом деле пенсионерка, ей уже около 60 лет, на Осипова, сама подала на участие, все с нее во дворе посмеялись. Она подала в таком, знаете, каком-то приступе отчаяния, но при этом, так как времени было много, она целое лето потихонечку что-то делала. И, как ни странно, она победила. Мы не знали, что она была сама, что ее не поддерживали, но там, покупая рассаду по 10 гривен, делая что-то, она сделала прекрасную клумбу, еще даже кто-то ей помог порисовать там из родственников. И она выиграла в своей номинации, весь двор был в шоке, как и она по-хорошему, но теперь как бы ее поддерживают и что-то делают вместе. То есть сам конкурс – это мизер по сравнению с тем, что происходит вокруг него. Это как раз тот случай, когда ты с горы кинул снежок, он покатился и получилась снежная лавина. Вот это снежная лавина и то, ради чего как бы конкурсы существуют. Які категорії? Кого ми зараз можемо заохочувати взяти участь у ньому? Ми спеціально зробили около 8, кажется, приблизно номінацій, причому вони грамотно діляться з точки зрення там старих двориків, там новостроїв, причому ми навіть розділили новострої до определеного года і последующие, да, тому що різні були можливості, по-разному все происходило, то есть, но при этом там есть отдельно и клумба, и подъезд, и самый зеленый дворик, и дворик для детей, и так далее. То есть есть много номинаций, по которым люди благодаря там своим возможностям, каких-то топографическим особенностям дворика могут принимать участие. Причем просто какая-то старая стена, нашли краски, нашли человека, который подскажет. Мы не ограничиваем, говорим не обязательно там, что вы рисовали. Если вы не умеете, вы можете привести людей, которые умеют. Пусть они украсят. Это же благодаря вам они украсят ваш двор. Поэтому, то есть могут привлекаться какие-то люди, которые там красиво граффити нарисуют, например. И это же граффити не будет в варианте, как оно на стенах, как бы непонятное что-то. Это граффити будет уже в рамках этого двора, то, что захотели сами жители. То есть это то же самое благоустройство. То есть очень много номинаций, в которых люди действительно могут найти то, что им ближе. Як багато бажаючих взяти участь у подібних конкурсах? І у вас багато ідей, є люди, які фонтанують ідеями, але дуже часто, коли вони бачать непорозуміння чи якусь байдужість людей, іноді це бажання згасає. У вас такого ніколи не було? Ну, во-первых, вы знаете, одно дело сказать, другое сделать, так. Да, то есть это напрямую... Это, мабуть, основное питання, так. Это напрямую касается вообще любой ситуации в жизни человека, поэтому начиная от работы, заканчивая спортом и прочим, как бы так всегда. Поэтому одно дело, когда ты видишь конкурс и как бы хочешь в нем поучаствовать, а другое дело, когда тебе кажется, что куча бытовых вопросов не дадут тебе что-либо сделать. Люди забывают о том, что если они в этот процесс каким-то образом вовлекли еще каких-то людей, которые рядом живут, конкурс – это не конкурс одного человека, это конкурс целого двора, то получается, если каждый выделит час в день, то этого будет достаточно, чтобы, наверное, победить. И поэтому вот этот шаг первый, который многие делают, иногда не приводят, то есть они могут зарегистрироваться даже на конкурсе, но не продолжить участие. Такое тоже бывает. Есть те, которые хотят, нам многие звонят, но боятся в итоге даже зарегистрироваться, а вдруг не получится. И если мы преодолеваем примерами предыдущих дворов, которые что-то делали, вот этот вот шаг, то
какая-то часть остается. То есть на сегодня за 4 года, то есть, наверное, вот благодаря этому этапу, вот уже следующему, будет уже около 150 дворов, наверное, которые приняли участие, может быть, даже больше. Конечно, можно сказать, что победителей это было всего там 30-40, да, те, которые получили деньги на дополнительное благоустройство. Но априори нет такого понятия, как победитель, потому что если люди вышли и что-то сделали у себя во дворе, они уже, по нашему мнению, победители. Потому что, во-первых, они уже не остановятся, они уже видят, что они сделали, и они продолжат. А победят они или нет, это важно всего лишь в рамках случайного соревнования. Но не в рамках того, что они уже начали делать ради себя. Анатолій, скажіть, які двори вам запам'яталися найбільше? Що найчастіше робили? Це був простий декор, прибирання сміття, чи, можливо, щось достраювали, перестраювали? Ну, уборка и пристройка, ну, то есть, как бы, уборка не считается, да, так скажем, то есть, пристраивание, ну, это редкая ситуация, потому что куда ж пристраивать, то есть, люди ж уже давно живут, поэтому любые пристройки, мне кажется, немного не из этого конкурса. А то, что запомнилось, запомнилось очень много вариантов озеленения, действительно, их много было, запомнились красивые рисунки, запомнилось тогда, когда из практически, ну, там, я знаю, многие, наверное, подъезды видели, да, вот запомнилось, когда из самого ужасного подъезда превращалось просто в какую-то там сумасшедшую картинку. Запомнились вещи, которые мы специально делаем конкурс, чтобы была фотография до и после, да, того места, где что-то произошло. И по-хорошему, на самом деле, все вещи, которые были сделаны, они все запоминаются. Но есть жюри, я принципиально не вхожу в состав этого жюри, чтобы меня как бы оградить от процесса обсуждения, потому что я хочу, ну, как бы независимо на все это смотреть. И в жюри очень много людей, которые, ну, наверное, как бы могли бы это оценивать, и как раз их право и выбирать. Но у нас есть такое понятие, как самый главный приз. Вот его сделали в формате, что даже не жюри выбирает, а дворики, которые участвуют, они имеют право каждому дворику поставить один балл. Право голоса. Да, право голоса. То есть себе ставить не могут, а только другим. И получается, самый главный приз выбирают именно те люди, которые понимают, что значит что-то делать. И это, мне кажется, правильное было решение, потому что даже жюри, которые могут вроде бы оценивать, но они сами это не делали. И когда ты своими силами что-то делаешь, оцениваешь труд других, ты понимаешь, что это вот как раз правильный вариант жюрейского судьи. Но при этом мы очень часто говорим, что, знаете как, можно привлечь очень многих людей. Можно привлечь каких-то людей, которые, допустим, придут, помогут, подскажут. Но самое главное, начать с того, что там выйти все вместе во двор, подумать, решить, где-то, может, даже поспорить, но прийти к тому, что это будет то, что действительно ваше. Да, и когда вот мы видели, как это происходит там с детьми, которые, допустим, сначала не понимают, что хотят родители, потом они в процессе где-то участвуют, а потом они через какое-то время даже больше, чем родители, за этим ухаживают. Угу. Поэтому мы часто говорим о том, что давайте построим страну, в которой, там, я не знаю, там, все будет прекрасно. Но мы не можем построить страну, в которой мы еще не научились каким-то образом хотя бы ее любить и что-то в ней делать. Поэтому большинство наших политиков стремится украсть и уехать, а остаться здесь, наверное, это уже какое-то право тех детей, которые участвуют в таких конкурсах и видят на примере родителей, что как-то, наверное, можно в этой стране что-то изменить. Но это в целом дело какого-то далекого будущего, а сейчас мы просто говорим о том, что надо менять мир вокруг своими силами, иначе за нас-то никто не сделает. Вот вы кажете зібратися, щось зробити разом, а ви часто спостерігаєте таку ідейність та таку єдність? Наприклад, у вашому дворі, як з цим? Давайте я вам скажу так, что я изначально называю себя городским сумасшедшим, да, поэтому тогда, когда я вокруг себя формирую какое-то большое количество проектов, каких-то идей и так далее, то я не могу не сталкиваться с теми людьми, которые вроде что-то тоже пытаются менять. То есть это формирует какое-то, ну не знаю, не сколько общества вокруг, но сколько какой-то определенный круг общения. Поэтому на сегодня, конечно, этот круг общения отличается от стандартного, да, потому что я притягиваю людей, которые что-то меняют. Небайдужих, да? Да, конечно. Но при этом нельзя не говорить, что все-таки равнодушных людей намного больше. Почему? Ну, потому что так, на данный момент в этой стране. Но
Это меняется в какой-то степени, и я думаю, что немного забегая вперед, наверное, еще будет много и скачков, и падений в этом процессе. Но мы идем в правильном русле, и все, что оставляет наш проект за собой и другие проекты, медленно ведет к тому, что в скором времени это уже не будет единичными всплесками, а знаете, как дождь, когда идет по воде, не случайно капля, которая создала волны, а уже будет очень много такого. Скажіть, де можна зареєструватися, як взяти участь, що для цього треба зробити, який перший крок? Достаточно ввести доброе дело, и вам выбьет нашу платформу в интернете, и там найти проект «Дворики Одессы», и дальше уже сразу будет видна форма регистрації. Так, друзі, не залишайтеся байдужими, беріть участь. А Анатолій, давайте з вами поговоримо про ці проекти, які проекти у самому розпалі зараз. До чого ми можемо закликати наших телеглядачів теж приєднатися до вас? Если я сейчас начну перечислять А давайте. только название проектов, может не хватить как бы оставшихся рамки передачи. То есть можно просто вспомнить ряд из них. Например, проекты, в котором мы кормим несколько сотен стариков и инвалидов. Да? То есть мы заводим продукты питания, которых с диетологом пообщавшись, приняли примерно, что их хватает около на 2 месяца приблизительно. И вот так мы завозим через 2 месяца старикам продукты, которые помогают им сэкономить деньги либо на коммуналку, либо на лекарства, ну то, что как бы необходимо. Есть проект, которым мы мечтая сделать наш город похожим на города Старой Европы, типа Праги, Амстердама, то есть мы делаем проект под названием «Город скульптур», в котором создаем просто необычные инсталляции, никак не входя в какой-то диссонанс там, с какими-то памятниками, старым городом. Это маленькие скульптурки, которые неожиданно где-то появляются в каких-то местах, в которых раньше не то, что как бы была грязь или что-то. Нет, просто в тех местах, в которых ничего не было, а сегодня это место каких-то новых дополнительных эмоций, которые будут привлекать дополнительно туристов в этот город, которые будут интересны для самих одесситов. Есть проекты, которые неожиданно возникли, то есть есть проект, в котором мы сажаем деревья по городу, а из него возник проект аллеи сакур. То есть и сейчас в городе уже 3 аллеи сакур, которые были посажены, скоро будет посажена 4-я и 1 аллея посажена еще за городом. То есть уже около 5 аллей сакур, а это в какой-то степени, ну, такой проект где-то романтический, наверное, потому что мы часто где-то сталкиваемся с фотографиями весной из Японии, а тут у нас достаточно скоро, думаю, еще лет 5, и в ботаническом саду появится аллея, которая реально будет как в Японии, по ней пройти, а вот над ней прямо будут расти сакуры. То есть проектов много, они все разные, какие-то связаны с благотворительностью, какие-то связаны с благоустройством, но это все проекты, которые мы не называем нашими. Это проекты, которые мы придумали, инициировали, и они работают только благодаря тому, что в них участвуют одесситы. Поэтому изначально мы очень хотим, чтобы после того, как мы по какой-то причине не сможем заниматься этим, мы хотим, чтобы за каждым проектом присматривал кто-то, кто захочет его продолжать. И наша задача, создавая проекты, показывать, как это может делать каждый. А такі є послідовники. Ну, вокруг очень много людей, которые Тобто ви спокійні за в майбутнє какой-то степени, ваших да, потому проєктів? что много людей, которые не могут, допустим, по ряду причин стартануть самостоятельно, но продолжить, я думаю, да. А якщо говорити про місто скульптур, скільки скульптур вже стоять на своєму місці? Скільки зараз у планах у вас? Ну, в рамках скульптур есть 2 проекта. Один из них – это город скульптур, который в общем разные скульптуры. И один проект – это одесские коты. То есть одесские коты, там уже около 6 скульптур. Это только в рамках проекта. 3 от разных скульпторов, 3 от 1. А до этого были еще скульптуры, которые без нас просто люди ставили. 2 или 3 точно по городу есть. То есть уже скоро появится такой маленький маршрут, который будет увеличиваться. И кроме этого уже есть около 6-7 скульптур других, там мечтатель, балерина, то есть есть перечень, еще где-то около 8 появится. Это то, что так называемое первой волне как бы установки. А после этого мы будем ждать тех скульпторов, которые к нам придут и принесут какие-то новые свои идеи, на которые мы будем искать меценатов для того, чтобы, возможно, в городе через какое-то время действительно можно было сказать, что пройдясь на прогулку, найти несколько каких-то элементов, с которыми нельзя будет не сфотографироваться. То есть это некая такая дополнительная эмоция. Да, у нас прекрасный город, безусловно, но всегда хочется чего-то еще. И если что-то еще аккуратно, мило украшает город, то почему нет?
Повертаючись до проєкту скульптури котів, чому саме котів обрали для цього? Чому не собак? Ви знаєте, не птахів? Ми не граємо в собственні фантазії. Тобто, ізучая как-то немножко... Есть такое понятие, как спрос и потребление, да? Но это ситуация, которую диктует рынок, да? А есть ситуация, связанная с людьми, с мнением, которое вокруг. И пытаясь найти, мы искали, что же может быть. Сталкиваясь часто, даже когда-то был сувенирный магазин, основное, что продавалось, это кошки, да, то есть, и вот медленно собирая по крупицам эту ситуацию, мы поняли, что да, это интересно. Потом пришло много скульпторов, потом принесли по отдельности скульптуры, потом пришел один из скульпторов, который говорит, так давайте попробуем, может, во плечи это во все вместе в ситуацию. И тут мы поняли, что вот этот вал информации, который был, плюс вот это мнение, и мы начали рассматривать его уже не как-то случайное, что витает в воздухе, а рассматривать, а как же на самом деле. И столкнулись с большим количеством информации, что уже об этом было много упоминания, почему нет. И нам всего лишь нужно было вовлечь это в, наконец-то, в какую-то результирующую форму, то есть поставить какое-то количество. И после того, как это произошло, после того, как мы выпустим карту, можно сказать, что нам уже там будет нечего делать, потому что люди будут делать это самостоятельно. Единственное, что мы пытаемся в рамках данного проекта сделать, ну, какие-то вещи, которые там можно назвать историческими, да, то есть так появился кот Базарина, например, так появился кот на портфеле Жванецкого, так появится кот Мартын, которого там кормили когда-то на Мартыновского, подымая ему еду на веревочке. То есть... совмещая творчество и совмещая какие-то городские легенды, мы получаем какие-то новые, ну не знаю, исторические и туристические маршруты. Пусть будет, это лишь дополнит, а никак не украсит город, как бы. Давайте ще нагадаємо нашим телеглядачам, що у вас є проєкт, ви допомагаєте книжками, дитбудинкам, так? Як можна приєднатися до вас? Якщо вдома є велика бібліотека, дитячі книги? Ми навіть не називаємо його проєктом, це просто акція, в якій люди привозять книжки, а ми розвозимо їх в ті міста, де... Ну, на сьогодні, зрозуміло, що перше, откуда приходить інформація, це інтернет. Но у детей не так много возможностей в интернатах иметь планшеты или телефоны, которые нужно платить, допустим, там, и взагалі немає такой можливості. И так далее, да. Хотя, честно говоря, у детей, у которых много интернета в телефоне, часто потом проблемы с глазами, а это тоже не плюс, и дети в интернатах не решают эту проблему. Поэтому книжки – это то, через что все приходит. У меня в детстве это было так, то есть я закончил свой дневник где-то примерно на 3000 прочитанных книг, и потом я поступил в институт, на этом все закончилось. Какой вы интеллектуал. Нет, абсолютно нет, я люблю фантастику, больше такие вещи, но как бы это научную фантастику. Мне какое-то дало развитие в какой-то степени, поэтому, понимая это, хочется им дать больше, а учитывая, сколько стоит сегодня литература, ну, наверное, лучше, чтобы была возможность не покупать, а дарить. И есть те, кто уже не пользуется своей библиотекой. Да, мы приветствуем не просто, допустим, классику, а приветствуем для детей все-таки какие-то вещи, связанные с возможностью их развития, потому что шестилетний ребенок, читающий Лермонтова, только в глазах бабушки выглядит философом. На самом деле он может там либо ничего не понять, либо открыть и закрыть. Как бы хочется, чтобы интерес побуждался, шел дальше, и для этого, конечно, нужны те книги, которые будут, соответственно, это делать. Добре, любі телеглядачі, не залишайтеся байдужими. Нагадаю, що у нас у гостях був Анатолій Кавун, засновник платформи «Добра справа» та, власне, ініціатор цього заходу. Дякую вам за зустріч в ефірі і будемо чекати на вашу участь у наших наступних випусках. Дякую ще раз. Друзі, а ми у свою чергу будемо продовжувати.